Сегодня этот уголок старого Мариуполя вряд ли известен многим современным жителям нашего города. Его знают разве что обитатели Кузнечной улицы, да те наши земляки, которым приходится спускаться и подниматься по шаткой лестнице на Малофонтанную. Между прочим, улицу Кузнечную называли и переулком. Прежде чем отправиться в Кузнечной улице, стоит, наверное, посмотреть на соседний ей дом под номером 1, стоящий на Митрополитской улице. К сожалению, время изрядно его потрепало. И тут невольно вспоминается: у семи нянек дитя, ну, вы знаете дальше. Против дома номер 1 находятся то ли ворота, то ли забор, перекрывающий въезд на ныне исчезнувшую базарную улицу. Такую базарную улицу запечатлел в 1914 году Михаил Николаевич Улахов. Скромный чиновник Мариупольского уездного земства и прекрасный фотограф. Кстати, автор этого вида Мариупольского базара тоже Михаил Николаевич. Сведений об истории улицы Кузнечной в письменных источниках нет. Но неожиданно пришли на помощь несколько здешних жителей. Они-то и поделились своими знаниями о некоторых домах переулка. Итак, этот дом, по легенде, принадлежал двум братьям-купцам. Они с семьями жили в парадных комнатах. А для слуг был отведен полуподвал. Когда в Мариуполе установилась советская власть, дом у братьев отобрали, значит, дом построен до 1917 года, и ему более 100 лет. Дом по адресу улица Кузнечная, 25. По мнению нынешнего хозяина, особняк построен до 17 года. Он заметил, что часть конструкции дома состоит из стальных балок с клеймами завода «Русский провиданс». Он также думает, что строение принадлежало врачу. В подвале он нашел книги по медицине, а также старые экземпляры газеты «Мариупольская жизнь», издававшейся в начале 20 века. Но, может, врач был квартирантом? Здесь Кузнечная улица похожа на просеку леса.
фотоэтюд на тему «Старое и новое». Табличка как символ надежды, что тяжелые времена уйдут в историю. Спору нет, живописно, но неудобно. Вот и разберись, что здесь, переулок Кузнечный или Кузнечная улица. Этот снимок сделан в 1961 году, 39 лет назад. Дом, построенный до 17 года. Он совмещал в себе гостиницу и постоялый двор. Господа занимали номера на втором этаже, а кучеры – на первом. При советской власти дом был реквизирован и был заселен обычными гражданами. Сейчас это руина. Женщина, живущая против руин дома, рассказала, что в 2012 году зимой в одной из квартир случился пожар. Огонь перекинулся на соседние помещения. Пожарные локализовали очаг возгорания, но обязали немедленно отключить газ. Зима, холодно. Жильцы разъехались кто куда. В одной из двухкомнатных квартир этого дома прошли юные и молодые годы Анатолия Ивановича Монохина, известного ученого, специалиста в области теории и практики сталеплавильного производства, доктора технических наук, члена-корреспондента Академии наук, лауреата государственных премий. На этом мы завершаем очередной выпуск нашей программы.